Школа ферма Буджгаса сельхозакадемии одна из лепших у Беларуси не выпадкова. На ее базе вы решили провести первый республиканский конкурс операторов машинного доения. Мне понравилась особенно экскурсия по ботаническому парку, у нас водили. Мне все понравилось. Мне понравились люди, доярки, которых мы встретили. Мы все подружились. От каждого участника было представление себя, своей области, и также командное было. Какие-то песни разучивали, стихотворения? Я стихотворение читала. Каждую область представляли два оператора во возрасте до 31 года и два больше сталых. Все сдавали экзамен по теории, а на практике сборку и разборку доильного аппарата, навыки машинного доения демонстрировали у залах «Елочка» и «Карусель». Ставится задача увеличения продукции животноводства, в первую очередь молочной продукции, за счет повышения производства, расширения поголовья, значит, и при этом основа, человеческий фактор. Ручной труд сохраняется и на этих новых комплексах. И от того, как каждая доярка, каждый оператор машинного доения будет подходить к выполнению своих прямых обязанностей, это, конечно, влияет и на качество производимого молока, в целом на производство молока, на здоровье животных. Очень много вытекающих отсюда последствий, если будут неквалифицированные действия. Могилевская область одиная у Беларуси регулярно проводила конкурс сярод доярок. А так что на первом республиканском удельники отчували себе упэўнена. Невыпадково усе четыре конкурсанты с дипломами. Первое место у обедвух узрослых группах. Тесты сдавала, совсем не волновалась. Ну, сегодня троху, как аппараты разбирала. Троху переволновалась. А дойку, я на таких дойках работаю. Уже 20 лет как оператор. Ну, я 16 лет пошла на ферму работать с мамой вместе. В денежной выручке 70-72% области поступления денег от продукции животноводства. Это раз. В этой структуре 60% почти от молочной продукции. Поэтому люди должны работать профессионально. И мы проводим конкурсы. Усе удельники отримали подарунки и от организаторов, и от перепрацовчих предприятий. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, «Новини региона».